Всем привет, всем привет! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Ребята, я отдохнул, все загорел, все классно. Съездил во много разных мест. Люблю, когда мне 30 дней нет в онлайне. В общем, все было клево. Пришел, увидел очень интересную вещь. Я, конечно, уже в ней участвую. Вещь под названием «Война машин». Как вы понимаете, новый эвент, введенный Music Wars, очень интересная штука, но, к сожалению, если у вас нет группы, вам делать нечего. По сути, по-нормальному, как пишут у нас на сайте, личная награда, это есть личная награда. То есть, если вы занимаете первое, второе или третье место, вам дают там боксик, там немножко, короче, побольше торнов, ну, в общем, короче, ничего не дают. Так что первый эвент, я вижу, действительно групповой и действительно не для всех. Как анонсировали у нас наши добрые ребята. В общем, многие, короче, недовольны этой штучкой, потому что нельзя самому лично участвовать. И, ну, конечно, как вы понимаете, группы, которые содержат кучу топов, там 29 уровня, то, соответственно, конечно, они просто будут наверху. Но если донаты есть один или два в группе в чьей-то, то есть им вообще не светит. Ну и призы, как вы видите, да, за занятие мест, конечно, по наградам, то есть, соответственно, дают кирпичи. Ну, они нафиг, короче, по сути, никому не нужны, кроме нормальных групп. Ну вот, не буду хвастаться, конечно, свою группу я люблю, где я нахожусь. Ребята очень толковые, прекрасно меня послушали и хорошо отстроили. Вот смотрите, у нас на 7-м этаже 10% собирается. То есть у нас люди действительно бьют влияние. А теперь давайте-ка быстро. Очень интересная такая новость вышла в «Войне машин». Сейчас я ее найду. Вот, смотрите. Очень интересно. Именно экспедиция центра. То есть теперь получается, из-за того, что буквально, ну, то есть месяц назад ввели, что созидатели добавляют от 1 до 3% к общим жизням, получается, всего отряда, теперь нужно, типа, брать 10 созидателей. Ну, не знаю, я на кошмарке не ходил, то есть и не успел пройти, и думаю, скорее всего, теперь я их не пройду. Ну, хотя надо еще поспрашивать ребят, как они теперь на разрушителе веселятся. Ну, а сейчас давайте сразу к интересному и к рекомендациям. Во-первых, для ребят, кто, у кого есть хорошие группы, то есть у вас, получается, заходите и в отряд выставляет, ну, отряд, когда выставляется, у вас есть места. Как вы понимаете, уже кто хорошо участвовал, вы видели, что группы не набираются полностью. Вы не должны ставить у себя своих игроков так, чтобы их задевало гранатами двух. То есть желательно раскидывать их по разным местам. Тогда у вас будет больше шанс выжить. Это первое. Второе. Никогда не идите другими отрядами, кроме разрушителей. Потому что вы будете тащить этот бой. Наемники, которые будут к вам присоединяться, им этот бой не нужен. Они не будут играть за вас. То есть вам надо будет тащить. То есть если у вас нет расхода, вам здесь делать нечего. Так что хорошая рекомендация. Быстро к исполнению. То есть ребята меня послушали. И вот смотрите. Буквально, короче, за 3 дня, пока мы играем, мы на 80-м месте. То есть мы хорошо сыграли. 4 раза, все 4, насколько раз, или 5, наверное, потому что в 2 я участвовал, 2 победы я им вытянул. А дальше уже все сами. Так что с новым эвотом вас, ребята. Прикольный, веселый. Играйте. Будем ждать, может, еще что-то новое. Хотя, вы заметили, сразу правки какие пошли. Кто в первый день участвовал в «Войне машин», заметил, то есть, что не было. Этих не было, здесь кнопок не было, здесь была одна только кнопка. То есть интересно очень. Быстро сразу все подправили в тот же день. 3 часа полигон перезагрузили. Ну да, все, больше ничего интересного пока нету по полигону. И как сказали у меня знакомые,
Мало нам одной жести, нам еще добавили теперь войну машин. Теперь расхода будет тратиться в два раза больше. Как звезды тратили и расход, так теперь и на этом будем тратиться. Ну, очень много вливаний, конечно, пойдет теперь на музмехе. Ну все. Счастливо, до новых видео, ребята!